Всем привет! С вами Александр. И в продолжении обзоров на детские кроватки манежи от компании Baby Design я вам сегодня расскажу о модельке Dream. Это очень сильно популярная моделька в магазине «Первая коляска», по крайней мере. Продается она очень хорошо, народ ее очень любит. Она недорогая и дает максимум, что может вообще дать манеж. Достаточно приличное качество, недорого, функционал, комплектация. Здесь все отлично. Ссылку на этот манеж магазин «Первая коляска» я опубликую в описании, поэтому пройдите, посмотрите, если надо, день в день привезут, поэтому без проблем. Так, ну что, давайте с вами его изучать, что он из себя представляет. Он до 1,20 м роста ребенка, максимальный вес ребенка выдерживает 15 килограмм. С рождения, соответственно, приблизительно до 3 лет мы можем использовать его как кроватку и как манеж. Сейчас я его собрал полностью. Мы видим, что в комплекте у нас идет пеленальный столик, дуга с игрушками, второй этаж для маленького ребенка и, соответственно, матрасик. Сейчас мы с вами сверху вниз, как говорится, пойдем его изучать. Вот, дуга с игрушками у нас гибкая, она двигается, наклоняется, имеется в виду, в разные стороны. В принципе, вы можете отстегнуть здесь на липучках и пристегнуть сюда какие-то другие игрушки. Это вообще без проблем можно реализовать. Кладем ребенка спать так, пеленаем мы здесь. Все это, естественно, моющийся материал, легко все это помыть. До 60 сантиметров здесь прям вот такая линеечка своего рода есть, чтобы мы понимали, какой рост у нас сейчас у ребеночка. Так, смотрите приблизительно, как он растет. Очень удобно, кстати. Так, теперь давайте я сейчас буду отсюда вынимать, снимать отсюда все, что я навесил, это дугу, вот она как снимается, и, соответственно, сам пеленальный столик. И посмотрим на сам манеж. На пеленальном столике, кстати, здесь сбоку есть кармашки, как и на самом манеже, поэтому салфеточки, что-то еще будет куда вам положить. Так, снимаем. Вот, собственно, здесь у нас трубки, которые идут в комплекте для сборки. Все жестко, все мощненько, собрано, все хорошо. Так, сторонку пока уберем, чтобы нам не мешал. Так, вот, собственно, сам манеж. Он реально большой, вместительный, характеристики точные, в сантиметре, миллиметре, все в описании. Так, что мне еще очень нравится в этих манежах? Для комфортного передвижения по дому, по квартире есть колесики. Чтобы вы не царапали пол, спокойно переезжаем. Так, вот, собственно, сам матрасик. Он вот у нас гнется. Чтобы не думали, что это там гамак, как-то натянут ребенок. Жесткое, нормальное, ровное дно. Но имеется в виду не жесткое, что спать на нем жестко, а основание жесткое. А так матрасик нормальный. Если вам покажется немножко жестковат сам матрасик, идите в детский мир куда-нибудь и купите матрасик за 2000 рублей, обычный в кроватку, и можете сюда его использовать здесь. Поэтому не проблема, вообще не проблема. Единственное, транспортировать с тем матрасом не очень удобно. Так. Вот как у нас здесь установлен второй этаж. Трубки снимаем. Это у нас основание, скажем так, для матрасика. Сам второй этаж здесь пристегнут на замочке. Снимаем. Вот у нас второй этаж, тоже убираем. Так, где у нас матрасик? Опускаем матрасик. Матрасик сам можно на липучках прикрепить дополнительно к самому манежу.
Вот, собственно, что у нас получилось, когда уже ребенок вырастет, можно здесь ему спать, чтобы ребенок сам сюда залазил. У нас для этого есть вот такое вот открывающееся окошко. Спокойно залез, вылез без проблем. Не надо, закрыли. И что мне нравится, вот учитывая его цену, он хорошо сделан. Нитки не торчат, ничего, швы, все ровненько, все, ну реально, мне придраться сложно. Зная цену, вообще это прям невозможно придраться. Так, здесь у нас по бокам, соответственно, кармашки дополнительные. Тут кармашки. Так, спереди, с двух сторон, короче, здесь кармашки. А вот, собственно, и все. Так, теперь давайте я его сейчас сложу и покажу, насколько он компактный. Вот в такой коробке он идет изначально, поэтому идеальное решение для маленьких квартир, когда у вас нужно, ну, убирать, когда нет места хранить эти большие кровати, в гости поехали, на дачу, в путешествие поехали, на море отдыхать поехали, взяли с собой, и вот вам, пожалуйста, в отеле кроватка. А то они там приносят раненые, перекривые, косые манежи детям, это тоже не очень хорошо. У вас с собой будет нормальный, хороший манеж, кровать. В этом плане отлично. Так, давайте я теперь сейчас уберу отсюда опять же матрасик. И попробуем его с вами сложить. Для этого нам нужно потянуть за ремешок в основании. Тянем. Так, вроде бы все. Вот такой у нас получается компактный. После чего мы просто берем, оборачиваем матрасиком, и, собственно, вот все готово. И в транспортировочный чехол убираем. Я вот к тому хочу показать, что вот смотрите, какой он будет компактный и аккуратный. И вперед. На сумочке есть ручка и сверху ручка, чтобы могли катить, потому что здесь колесико, как чемоданчик, можно это все делать. Вот, чтобы разложить обратно, открываем, выравниваем стеночки боковые и надавливаем на основание. Все, он готов к использованию. Поэтому я и говорю, с собой можно взять куда угодно, в багажник в любой поместится. Не знаю, на мой взгляд, то, что надо. И по качеству хорош. Поэтому, почему бы и не использовать за место обычных домашних кроваток вот такие манежи. На мой взгляд, это удобнее, практичнее и дешевле, в конце концов, намного. И когда уже ребенок подрос, спокойно убрали, если планируете еще детей, да, в кладовочку, пускай себе там лежит, родился еще ребенок, достали, используйте. Поэтому, на мой взгляд, вот это вот на сегодняшний день актуальнее, чем кроватки полноценные. Хотя кто-то их любит, конечно, кроватки покупают и будут покупать, но мне кажется, вот это вот удобнее. И конкретно Baby Design Dream дает нам максимум за эти деньги. Пеленальник, дугу с игрушками, на которую вы можете повесить свои какие-то игрушки. Он большой, на колесиках перекатить, качественно собран. Поэтому, в принципе, рекомендую я его смело к приобретению. Естественно, выбор, как всегда, за вами. Но я вам говорю, что вижу, на мой взгляд, добротно, качественно сделан. Поэтому, в принципе, что хотел рассказать, я вам рассказал. Добавить мне больше нечего, вы все уже увидели. Большое спасибо первой коляске за то, что предоставили на обзор нам этот манеж. Если видео вам было полезно и интересно, ставим лайки, подписываемся на канал. И хочу пожелать хорошего грамотного выбора манежа кроватки для вашего ребенка. И всего доброго.